Мы здесь, потому что нас спас Христос. Я сейчас хочу проповедовать по-русски, потому что я знаю, что здесь много русскоговорящих людей. Не знаю украинского, проповедую на русском. Я просто знаю Христа. И мои друзья здесь, они знают Христа. Он нас спас. Я знаю, что Он самое ценное сокровище в моей жизни. И что Он верный. И что, когда ты обратишься к Нему, когда ты честно обратишься к Нему и попросишь, чтобы Он тебе помог, чтобы Он тебя спас, Он придет в твою жизнь. Просто человек спасается только через благодать. Человек спасается только через кровь Христа. Нет другого спасения, нет другой возможности. Ты можешь спасти себя только через веру в Христа. Я знаю, что ты, наверное, знаешь это имя. Иисус Христос, все знают это имя, да? Иисус Христос. Но кто Он для тебя? Кто Он для тебя? Знаешь ты ли Его лично? Кто Он для тебя? Ты вообще знаешь, что Он сделал для тебя? Или Он просто висит на кресте, и ты даже не задумываешься, зачем? А я тебе хочу сказать, что крест, он пустой. На кресте нету Христа. На кресте нету Христа, потому что Он воскрес. Он не висит ни на каком кресте. Он воскрес. Он победил смерть. Он победил смерть, и в этом сила. Не какая-то сказка. Не что-то, что произошло 2000 лет тому назад. Нет. В кресте сила сегодня. Сила, которая может вас, тебя спасть. Тебя спасти. Эта сила может спасти тебя. Если ты поверишь в своем сердце, что Он умер и воскрес, и победил смерть. И если ты попросишь Его, чтобы Он стал твоим спасителем и Господом, Он придет в твою жизнь, и он тебе поможет. И ты... У тебя будет настоящая жизнь. Потому что это, что видят твои физические глаза, это не жизнь. Это что-то временное. Это даже не стоит назвать жизнью. Жизнь – это то, что может дать тебе Христос. И ты тогда будешь в безопасности. Когда Он придет в твою жизнь, Он изменит ее. Он даст тебе радость и мир. И тогда у тебя будет уверенность, что когда ты умрешь, ты будешь с Ним на небесах. Потому что небеса и ад – это реальность. Это существует. Небеса существуют. Ад существует. И ты решаешь в этой жизни, куда ты пойдешь. Или будешь с Ним, или пойдешь в ад. А это настоящая смерть. Смерть – это не это, что происходит физически. Смерть – это когда ты будешь в вечности без Бога. Это ад, это смерть. Но мы сейчас здесь для тебя, чтобы тебе сказать, что есть надежда и что есть спасение. И что это даром. Потому что пролилась кровь, чтобы это было даром. Пролилась кровь Христа, чтобы спасение было даром. Иисус, Он возвращается на эту землю уже быстро. Пока есть благодать, пока есть возможность, чтобы покаяться, пока есть возможность, чтобы поверить в Него, и чтобы обратиться к Нему и попросить Его, чтобы Он стал твоим спасителем и Господом. Сейчас есть время для этого, но когда Он вернется сюда, на эту землю, будет слишком поздно. Тогда будет слишком поздно, потому что Он придет сюда как царь царей и как судья, святый судья. Тогда не будет уже благодати, не будет больше благодати, благодать сегодня. Благодать сегодня, вот здесь благодать. И ты можешь этим пользоваться. Поэтому я тебе желаю, чтобы ты принял хорошее решение. Решение жизни.